Лучший удар в стране у юноши из нашего региона. Никита Лебедев завоевал золотую медаль на первенстве России по боксу. Он стал лучшим среди старших юношей 15 и 16 лет в весовой категории до 80 килограммов. Ивановец провел 4 боя и из всех вышел победителем. Ехал только с мыслями побеждать, с осознанием того, что мне это надо. Мне очень хотелось поехать на Европу и на сборы, то есть... Я поставил себе цель именно выиграть, ну и вроде как выиграл. В весовой категории Никиты было больше 20 соперников. Самой драматичной стала финальная схватка. С представителем Свердловской области наш спортсмен уже был знаком. Самый сложный бой – это финальный бой. Соперник, я с этим соперником уже встречался, я ему один раз проиграл и вот взял реванш у него на этом первенстве России. Встречался с ним в Питере месяц назад примерно. Никита занимается 4-й год. Говорит, что в бокс пришел довольно банально. Просто любил драться. Отец посоветовал направить энергию в спортивное русло и привел в зал. И вот результат. Последний раз представитель области становился победителем первенства России 18 лет назад. У нас нужно выиграть первенство города, первенство области, первенство своего округа, в котором находятся спортсмены, либо там ведомство, это там «Динамо», «Локомотив», и отобраться на первенство России. То есть после этого тогда, то есть когда спортсмен отобрался, он имеет право участвовать на первенстве России. И пройдя вот эти жернова отбора, то есть тоже достаточно сложно, потому что много спортсменов, которые принимают в них участие и хотят попасть на это первенство России. Ивановец Никита Лебедев теперь в составе сборной России. В мае он примет участие в первенстве Европы, которое состоится в Румынии. Сейчас небольшая передышка и дальше усиленные тренировки. В начале апреля сборы в Кисловодске, затем в подмосковном Чехове. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.